о привлечении инвестиций бизнеса в социальные проекты. Сегодня говорили в Минске. Это первый подобный форум, организованный программой развития ООН в Беларуси. Такие вложения – одна из мер, которые помогут достижению целей устойчивого развития. Так называемые импакт-инвестиции приносят не только финансовые дивиденды, но и пользу для общества. В роли фонда для реализации соцпроектов в нашей стране выступает Банк развития. В прошлом году на такие цели направили более 30 миллионов рублей. Сейчас программа, ориентированная на поддержку женского предпринимательства. Вот один из примеров такой логики стимулирования в том, чтобы больше женщин приходили в бизнес. Во всем мире, на самом деле, вот гендерная структура бизнеса намного более выровненная, чем у нас. И здесь, ну, в целом страна заинтересована в раскрытии предпринимательского потенциала в женщинах в том числе. Форум собрал более 300 участников. Представлено сразу несколько проектов. От трудоустройства людей с ограниченными возможностями до помощи в медицинской реабилитации.